Стас, обновись им каску. Этот дампул. Пошли. Спасибо, Мороз, забери, Мороз, забери, Мороз, забери, Женек, Мороза, крест, таунт, крест, таунт, крест, таунт, крест, таунт. Хорош. Крест, почему не у тебя? Никто больше не знает, просто играет. Череп, все в череп играете. Женька просильте, все падайте. Что за пиздец? Бомки. Че, сорвались с него? Убиваем череп, крест играем по команде. И Жень, почему Рос не тает? Ты что, фрост только ничего, еще там, блядь, а, ты в бладе хуярил, блядь. Пустил, да. Ну, сейчас опять, блядь, подбирать сетап, ну. А вдруг? Я вас прошу, пожалуйста, соберитесь, не тупите, потому что Каржан ни один из быстрых не стол. Запомни, дальше только сложнее будет. Запомни, Олег, всегда в первую очередь бьется череп. Вторая очередь крест. Он Инди, Криспин, Эрпал, да, одного убивать. Но только здесь Эрпал. Рыбу хавайте, пока стоит. Хавайте рыбу быстрее. Женя, у тебя там что-то катается кто-то или кто там, или у кого это? Это не у меня. Не-не, вот там второй Женя, Скибиди, который тут это паровозиком играется. Все, это... Все, уже нет. Блять, нахуй. Ну, выключи. А, блядь, пиздец, я лагаю и люто, нахуй, это очень плохо. 700 пинг. 700, это чересчур. Делай свой релук, давай. Да не сейчас. Все, чек на пол. Я так понял, он на тебя сразу кастовать начал. Он его, смотри, первая фаза, он кастует одну рабчу, все, больше он не кастует вторую. Это касается второй фазы. Там. Первую фазу Мороза держишь ты. Только ты, все. На медведе только мол. Все понял. Сразу приготовьте диспаль, сейчас танк залетит. Сейчас будет там диспел. Танцы, Паша первый побежал. Диспел-то там. Мастер. Танцы. Второй побежал. Скажи сами по звуке, как туда бежать, левый пал. Не спал. Кастер и мультик побежал. Не спал. Да, я сбегал. Да у тебя дебаф, Паш. Мункин. Так я ж пожрал. А, там долго, да, он висит. Еще да. Минуту у тебя будет висеть. Все поели, чтоб минута осталась. Милики, Петя или кто первый? Да, да. Вот нажми Мороза, забери Мороза, пожалуйста. У меня, блядь, и трэш, и Мороз хуярит. Кастеры. Сейчас играем по Морозу. Диспал по Морозу дайте, хорошо. Все, чё. Сейчас играем все череп теперь.
Милики, второй кто? Что, бурсы нет смысла отдавать, да? Дебаф. Кого? Нет, ты можешь попросить, тебя будут пробивать, по идее. А, ну да, 7 тысяч бьет. Я? Танцы, милики, третий кто? Не, дебаф. А я просто так и не отдал. А я таймер не включил, короче, который диспал народ, хорошо. 20 секунд. А. Кастеры. А, вот. Вот. Уже показывает. Еще не танцы, наверное, будут. 5 секунд. Фаза. Забрал, на тебя рабчик повесил, видел, короче. Сейчас на меня. Бля, не забирай, куда? Блять. Давай ему БР, БР, давай ему быстрее. Блять. И сразу забирай. Таун. Убили таун, просил таун. Да не прохилили его, его не прохилили. Да, пизда. Да какая разница, не просили, блядь, таун надо жать, нахуй. Просто второй баф на мишку повешался. Пока он вставал. Да нет, это понятно, но там как ПБР, ну его сразу максимально быстро надо поднять, потому что если он сразу таун прожмет, он сразу же умрет. Да сдох-то мишка. Там уже почему ТК сдох? ТК сдох, а потом мишка. А, ну уж я не заметил. А из-за того, что ТК был не прохилен, он не мог забрать. Даже если бы он забрал, он бы сразу отъехал. Ну, короче. Короче, вообще, поебать, типа, если бэрнули, блядь, ну, типа, сразу же забираешь. Не бьет, нахуй, прожимаешь и забираешь, потому что это у меня тоже топает. Армс, ДЦ. Пизда, нахуй, не знаю. Нормально, сетап. Армса убить, и все, останется прот и холипал. Да я не про это, короче, смотри, Женек, соберись, пожалуйста. Если мы это делать не будем, мы этого босса не убьем, блядь. И смотри, я, короче, типа, первый момент я тебе позвучу, чтобы ты вошел в ритм. Но вот именно один каст, на тебя вешается один каст. Если на тебе висит дебаф, второй на тебя не должен быть. Он убивает 100%. Похуй, какой на тебе будет висеть, вообще без разницы. У тебя должен только один дебаф висеть. И он обновляется каждый раз на тебя. У тебя цель-цели стоит, Женек? Да. Когда говорят фаза, из тебя забрал Мишка, не забирай с него. С таунтом поосторожнее. Нет, так я специально подождал, он на него закастовал, я забрал, и он сразу обратно забрал у меня. Но он, видать, не вкурил просто на автомате. Дай тебе скажу. Когда ты просто затаунтил босса, ЛПшку одну дал, на тебя каст повешался, все, ты стоишь, ждешь команды забрать, все. Тебе не надо ЛПшки постоянно кидать с руниками, ты просто агро лютое генеришь. Это на второй фазе. Демон Квин, да? Алло. Он чиниться уходил, а Лок отошел, походу, в сорти. Бля, нахуя мы собирали такой состав более сильный, чтобы, блядь, тут вайпаться, ничего, соберитесь. Ну, конечно, я понимаю, что проблема вообще не в вас, типа, а проблема именно сейчас танка. Так что, Женек, ты задержишь всех, соберись с мыслями, блядь, там ничего сложного нету. Хава, я выберу быстрее. Так в этом, да, и проблема всегда, каждый раз коржана. Женьку надо еще пару лет потанчить. Просто редко танчит. А пару лет, ебать. Я вообще не танчу, нахуй. Всю жизнь ДДшил и сидел. Так тебе особо предъявов жестких нету, просто, ну, соберись. Я понял, я собрал у тебя, и на мне было рабче, я уже потом видел. Все, окей, добро. Мы в тебя верим, короче, справишься. Я говорю, просто я вообще не танчу, поэтому мне сложновато чуть-чуть. Я-то понял в теории, блядь. А я тут тоже 150 раз проебался, все нормально. Просто ты прям банально проебался. Да нет, нормально.
поначалу мы тоже думали. Чё, кого? А, да, нет. Я на соло брал. Так, нет. Какую хуя берсу прожать не могу? Дай стан. Мазиспел дайте, мазиспел дайте, блядь. Я, кстати, во время немоты даже тринь. Не могу забрать, блядь. Да не бей тебя УЗИ, ёбаный в рот, блядь. Просто точечно побейте, на. Мелики. Там, мелики. Тоже второй, если что. Да-да-да, я побегу на. Третий. Смотрите, если сейчас еще раз милик и побежит, короче, Паша первый. Ставь трусы босса. Трусы поставь босса, пожалуйста, ближе. Босса поставь ближе. Трусы подведи, бля, поставь. Я специально отвел трэш. Ладно, похую. Танчи, где танчишь. Сейчас я сделаю. Все, ставь, стой, 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 все, хорош, молодчик. Я немного проебался, я не пожал после танца. Мне эту рыбу пришел. Танцы, милики. Бойчик, бойчик, бойчик. Бойчик, забери милики. У меня на меня дебаф не повесился. Для танца. Хорошо. Ты под бабом был? Нет. Сопрос свободу. Я... Рога. Ладно. Нет, 16 секунд еще. Олег, озвучишь потом, сколько там минут времени осталось до фазы? 50 секунд. Я побегу. РДД, РДД, побежали. Да все, мы равно дамажим. Ладно, экономимся. Фаза. Забрал. Бери. Паша, стань дальше, Паша, дальше встань, Паша, дальше встань. Тихо, тихо. Забирай, забирай. Забрал. Забирай. Женя, микрофон. Да я не могу, у меня там на кухне. Забрал. Окей. Я понял, понял. Все, похую. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Хорошо, хорошо, хорошо. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Лишь за Римана, пожалуйста. Забирай. Забирай.
Он кинул скилл. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. СС надо кому-то кинуть? Забирай. Забрал. Забирай? Нет. Забирай. Забрал. Забирай. Не забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Забирай. Забирай. Забрал. Забирай. Забрал. Скажешь. Забирай. Забирай, 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 забирай. Прожмись. Забрал. Забирай. Забрал. Не стал по боссу, дайте там он захуярит. Забирай. Забрал. Давайте, давай, чуть-чуть осталось. Забирай. Забрал. Красавчик. Молодец. Да у меня просто на там жена спот. Не, все окей, все нормально, все. Все. Бля, я ебать спотел. Я в принципе понял. Ты... Она прям под таунт. То есть у меня только таунт откатился, сразу же нужно тыкать. Ну, я все равно. Да. Я сказал, раз в 10 секунд, по КД таунт. Ну, типа, вот такой босс, да, да. Когда ничего не танчишь, даже РБК, а тут на. Ну это очень ответственный, да, для танка босс, типа. Короче, по танчу там, Женя или Петя, я ребутнусь, пожалуйста. Это вы там потели, я здесь потел весь опять. Не, ну вы силы, соответственно. Сперва танки, потом силы, а потом уже. Иначе скажу честно, вот очень приятно, что будет Арнс. Не вовремя. Так. Ну давай я танк. А мы дизармы дали хотя бы один? Я давал так. Там все три дизарма были, все три дизарма были. А, все, просто. А, ты в танк, а мне тоже в танк? Два танка? Нет, ты в ДД давай. Давай. Отрыжка, отлично, все. У меня и был создан этот ДК чисто так. Какой-нибудь просто в танк просто постоять, потому что нахуй. Ну ты постоял. Это ДК? ДК? Вот, если бы ты не был танком, мы бы сейчас, скорее всего, бы... Тебя с собой не взяли. Мне нужно еще одну Т4 выбить, и он будет получше. Купи. Я ну вот, смотри, ДК нужен Карин. Семечка. Да, вот, это нужен на морозе. Ай, давайте как-нибудь соберем их кучу. На морозе и на лучезаре нужен. ДК, короче, очень сильно выручается. И там, и там. Сейчас дам этот. Я только могу за голду купить, я приступал за 1000 с магика.
Да собери я за Android себе, там ничего сложного нет. Я не собираю рейды, я не хочу. Ну, блядь, не мой пизду нахуй. Я могу заплатить кому-нибудь, кто соберет. Все, вообще без бай. А вон там это, у Гзалдов бегают, продают Т4, можешь у них купить? Я у Гзалдов купил на престаж за 30 тысяч всего лишь. Чё дёшево? Ну, нормально. Ну, допизделся с чуваком. Что куплю. А ты в канале или типа лично там? Нет, там просто у них спамил. Есть этот канал. А? Нет, просто спамил в чат. Куплю на Грульмаге КД и это все. Может, они не продают уже хз. А, да нет, сейчас цены подешевели уже. Ну, тридцатка это все равно дешево, так ему цена 40. Я даже не знаю, какие сады там забанен. Не знаю. Просто я очень сильно хотел на пристать 4Т4, поэтому я... На шипешку? Да, ДПС сразу вырос, пиздец как. Ну, мы ходили в ВВК. Я 237 шипе на вальках пятнашку, что ли, дал. Нормально. Плюха, что ты не тянись, аркастер, женек, вон костюй стоит. А ну, тянись, стоит. Давай сейчас туда пойдем. Да, в десятке, без демона и без элема даже. Там слабо. Плюха на 103к, прикинь, ударила. Все, смерть. Без фласки на СПД даже. Бля, я думал, Мороза не убьем. Ну, сложно. До сих пор, бля, угораешь. Да не, еще рано не видел. Вот там на ране вот 4-4 на ДК очень полезны были бы. Да на ДК 4-4 вообще забить, но у меня его нет. Ну да. Ну почему с гильдой же буду ходить эти твои? Рано или поздно залетаю же. А у Вара есть 4-4 у этого? Нет. Эх. Вар там. Вар вообще топовый. 30%. И КД у него меньше, нахуй, минута 45. Петя, а тебе осталось 4, да, кусок на танк? Да, ноги. Не паришь, что ли? Мне тоже остались ноги, руки и... Мне тоже 4 кусок на танк. Мне даже пуха, вон, сану багеры есть, пиздатые. Ну, сейчас на простаде сможет пальц следить. Нет, в смысле, на танк. Дело, блядь. Сигзал, да, в танк сказал, что это вообще бисовая пуха, ебать. Какая? Сейчас. Ребят, пройдите в угол, ребят, в угол дайте. Ребят, все уже. Так, а вторая пати рейд собрала? Да, пошли уже там все. Не знаю, либо не обычными что-то. Они на ком? Собаку, они Паша, пошли. Паша, убери собаку, Паша, собаку убери. Сейчас он побежит, блядь, это. Давайте мы, наверное, сейчас движуху сделаем. Может, и это угол обоссу, а потом... Я говорю, движуху сделаем. Бля, хоть бы пуха упала на воздух. Ну все, лови. Говорят, она часто падает. Ой, я не туда напулил, бля. Нормально. Я с Антоном, блядь, отдал на пул. Ой, бля. Что? Лок спрятался, куда ты выйди. Поздно нахуй. Не успел то покинуть его. Ну где-то за статую, где-то за вон той хуйней был. Да, что-то бежит. Буду понижнись. А то они все тупые. Мало, да, я сегодня смылся. Неудобно, блядь. Когда на пол помыл сожру. Чиниться на первом этаже не надо, потому что Долоран портит. Если кого-то есть. Вообще, как они держатся? Ну, мне надо танка, блядь, дособирать. А как его дособирать? Я джипс поставлю, если можете не бегать.
Не сейчас, сейчас не надо ставить джипс, потом у леди. Кобина жубьем. А? Там Кобина жубьем. Я пытаюсь держать. А так кого хотите, то убить, главное. Ну. Если конкубика на 55% КП доест там. Бля, я пойду отойду на кухню там. Там уже бабы раздеваться начали. А ты в офф играешь. У нас был случай такой, они всегда девушка. А он в офф играл, не пустил их. Иди ты. Я пропустил момент. Типа не слышал звонка. Я вижу, телефон сейчас включил. Да, у меня телефон на беззвучном стоял. Да. Я всегда на беззвучном. Да? Обычно по вибрации услышу. Никто не должен мешать нахуй серьезному делу. На дуре. Какие-то девки, блин. Потом смешно, мне было вообще не смешно в тот день. Кстати, им было очень смешно, вы не поверите. Сам квартиру убрал, намылся, сел играть в офис, забыл про нее. Есть приоритеты просто. Правильно расставил и все. Ничага Бурина. Горожан Форео, здравствуй. Девки, потом девке говоришь, типа, на тебе вихри не покрутят, так что до свидания. Короче, кто мы не бьем, блядь, а? У меня когда блогер разбанится, это я ему написал, что он отдожунивал вара на ДК. На пару КД. Он сказал ок. Теперь надо подождать, когда он разбанится. У него еще не пришло это. Расценка? Да. Что бан? А там, короче, один челик полетал на флайхаке на своем аккаунте, потом зашел на его камни сделать, и, короче, забанили его тоже. А, по IP? Ну, не по IP там, ну, короче, забанили того человека, который, типа, на флайхаке летал по IP, а он, типа, был подтвержден его на его компания. Аккаунте. Да. Все аккаунты, которые были вместе с ним связаны. Серьезно? Ну у него уже это второй такой бан, типа, ему не привыкать. Ребят, вы чё, ребят? Так он же за бабки за деньги будет разбаниваться. Так он же за деньги будет все равно разбаниваться. Типа, его же не разбанят просто так. Ну, типа да, так просто не пришла расценка. Это уже второй аккаунт у него. Да. Читы это зло. Слушай, Саш, твою историю надо отправить. Куда надо отправить? Надо отправить, рассказать. На Вовло, ебать. Чтобы показали потери эту историю. А вышли бы это вороте. Пришла, тут пришла, а ей. У Малахова, да? Ну да, говорит. И раз девушку готовишь, когда говоришь, Вов играешь, нет, пошла нахер. А еще и жди меня, такая передача. Там никто. Вот слушай, надо туда было отправить. Подождал. Такой приходишь, на 90 лет, такой, блядь, ноги трясутся, голова трясется, блядь. И твоя девушка там, блядь. В смысле, бабушка. Такой сидишь, еще хуяришь. Дождалась. В ноутбуке, в карри гер, нахуй, на морозе, блядь. Еще сирус же, блядь, получается. Сирус X3500, да? XT, нахуй, терминатор, блядь. Сука. Ой, блядь, Сашка. Нихуя я ребутнулся, блядь. Нажал, короче, выключить интернет, и, короче, у меня синий экран, да, нахуй. Нормально. Починил? Да, починил. Я, говорит, генерал армии, нахуй, сука, по всему земному шару, говорит, блядь. Я генерал ГАВС. Генерал ГАВ? ГАВС. Или кто такой? Ты не знаешь лейтенанта ГАВСа? Я что, знакомый, ты что, не знакомый, пожалуйста? Это не чувствую ног или... А, не, это Пейн.
Мое пейн, да. Нет, Land Grabs это какие-то, ну, из ТикТока. ТикТок. Я пиздец, вот сказал, мол, тоже, знаешь, ТикТок. Я не знаю, такое-то слово ущербное, ТикТок, мне прям его прям мерзко говорить. Ты говори о боссами ТикТок. Бегу на минутку. Не меняет дело. Ну так хоть приятнее. Ну хуй, да, конечно, типа, блядь, это молодежный движ, типа ТикТок, но, блядь, сколько, типа, не смотрел разных видосов ТикТок. Это какой-то пиздец, такой абсурд, такой трэш лют, я не знаю, там испанский стыд даже не помогает, нахуй. Там настолько не смешно, что становится смешно, да. Это, да. Я пытаюсь держаться подальше от этой хуйни, блядь, а то мозг превратится в хуйню в какой-нибудь, и так хуёво уже. Как, ребят, у нас есть группа в WhatsApp, друг. Кто-то там потерялся. Можете написать, вас подождут на рейд. Такую поебень придумали. Ну, потом по ночам будет звонить. Спишь? Нет, я не сплю, жду, когда позвонишь. Так, дева. Еще надо иконку поставить. Саш, сейчас там выпадет, во-первых, шея на танк. Нет. Будем также за шею было целый КХМ ходить. А да. Я, кстати, эту шею выбил на X3, когда шел с совой на два босса. Мне дали, вот так она никому не нужна была. Сейчас падают ботинки, мася, шея, топор. И все, что дать на падают. Вот там лидер, дайте ассиста, пожалуйста. Петя, Петя тоже. А, ну. Бейте горничную, а не кубинку, пожалуйста. Все равно станет, надо будет еще. А, слушайте, им падает, блядь. Падает и серу хороший. Ну, относительно кому. На какого ДК? Это не на ДК. Не-не. Да там в одну ручку. А, тогда на ДК. Ну, там пишет вот. шаманский скипетр. А, вы про Мороза, что ли? Это же с Мороза падает, нет? Нет, с Мороза другая палка. С Мороза СПДшная падает. Я с Мороза мог такой лут упасть хороший, просто упало, блядь. Ага. Что там вообще упало? Не скрип упал бы. Не, ну там вроде пуха кастерская, 260-я, да? Нет, то да. Спина, блядь, нахуй, шея. Просто упала какая-то шея на метку, заебанная, это что там? А, ну и упала. Шея тоже неплохая, шея тоже неплохая. Да сейчас с острова бис, нахуй, на всех. Ну, Андрею нет. Ты чё? Вот именно. Нет у вас с острова шеи? Есть. Есть. Бисовая. Плоская тут. Я, кстати, нашел, короче, план капкан. Не знаю, сработает, короче, понял. Хочу сделать предложение на форуме, типа, понял, чтобы шеи можно было менять, типа, как за репутацией кольца, типа. Типа, смысл качать по пару раз, типа, ну, собирать жетоны, если можно дупать. Ты шуя, не. И каждый раз туда сердолик вставлять. Заебись. Похуй, понимаешь, долик, нормальная идея. Понимаешь, зачем дейлики вообще делаются в играх? Для того, чтобы они каждый день заходили. Для того, чтобы донатить. Понимать. Да, если стопить. Ничего не знаю. Лидеры. Я предложу, но остальное похуй. Это лидеры. Так, ну что, давай. Рассказывай, я забыл. Это служи выходить или заходить. Станем, или что-то такое. Так ты же был на том, когда нет? Нет. Я первый раз в каре на X4.
А вообще в каре дер. На X2 проходил за Элема и за Эршану. Это тогда еще, да, когда на X2? Так на X2 еще было... Это было... Хорошо, ладно, все. Стопнули фулт, пожалуйста, чтобы не тянуть время, блядь, потом пообсуждать во время трэша. Будет что происходить на боссе, то бишь босс ставится, дается на пулы, типа, вы не бурстите, приплоты ничего не тратите, и зеру тоже никто ничего не тратит, смотрите. Будут три каста надо будет сбивать, то бишь, Женя, твоя задача сбивать касты, тебя есть и второй Женек, который скибиди. Косты надо будет сбивать шок небес, 100%. Можешь сбивать в центре, ну желательно сбивать в конце, но можешь сбивать и в середине, похуй, главное, чтобы сбил, чтобы они не кастанулись. Также будет две лужи, то бишь освещенная земля. Одну ложим, блядь, в район квадрата, вторую в район креста. Когда появляется вторая лужа, то бишь, значит, разрастаться, идет третий каст. Обязательно сбиваешь сперва третий каст и идешь тогда в лужу, лутаешь один стак. Запоминай, то бишь. Две лужи всего, на фазе. Две лужи, первую просто сбрасывают, типа и сразу убегают. Вторую лужу, типа, ставят. Весь рейд там идет, лутает по стаку, короче, ну, типа, во время каста. Ты сбиваешь каст, и тогда идешь, лутаешь стак. Один стак заходишь, тик идет раз в 3 секунды, то бишь. Примерно ты заходишь, смотришь именно по дебафам. Ты направленно смотришь в дебафы, появляется дебаф, у тебя желтый такой. Сразу бежишь за звездочкой. Вот, где звездочка. Ставлюся. Остальные метки сейчас уберу. Теперь. Короче, вот это все. Это весь босс. Просто мы будем водить по кругу вот этого босса. Постоянно, и все. Сейчас, секунду. Короче, я нашел, что с этого босса мне нужно. Смотрите, и получается вот, сбиваем три коста, это Женек и второй Женек, два Жени, типа, Женек и Скибиди, сбиваем три коста, две лужи выносим, на второй луже лутаем по стаку, идем за звездочку, появляется у нас луч такой, луч, он шотает всех, то бишь идем за звездочку, типа, вот эти, шар идет, вот этот шар, с этого шара будет луч пиздавать, то бишь, если у вас он затронется, вас шотнет, радиус луча, это примерно, короче, вот как я стою, вот, до, блядь, до Паши, до Лока, типа, он на таком расстоянии уже вас убьет, блядь. То бишь, вы бьете босса, на первый и появляется щит на боссе. На первый щит вы сдаете бурсты. На второй щит, лишь мы переведем туда, вы сдаете геру. На третий щит вы сдаете, получается, уже припоты. На четвертый щит вы сдаете снова бурсты. Пятый щит там уже, блядь, с божьей помощью. Босс цикличный, просто бьем тут, перевели дальше. Сбили там щит, перевели дальше, все. Паша, напомню, косноязычие не бросаешь на босса. Это я и не хотел так бы. Ну, бля, мало ли там, не знаю. Сейчас, блядь, какой-то триггер у тебя сработает, типа, кастрюль надо, блядь, кинуть, типа. Один хуй сова есть. Кто-то еще что-то не понял, может повторить, блядь, какой-то момент, чтобы не проебались. Я не понял, пока там мы вдвоем сбиваем. Ты сбиваешь приоритет сам, типа, но тебе ассистит, короче, Женя, если ты где-то проебался, типа, тебе вниз прошел, не знаю, каким-то образом, то тебе ассистит уже шаман. Хорошо. Ты прочитай, я тебе линканул в чат, ёбаный шок небес, и ты сразу все поймешь. Если ты не собьешь, это вайп. Я понял. Ну, я не это, я знаю, что за каст, короче. Сегодня, я короче, шаман уже играл, сбивал касты. Женек сегодня, короче, у нас полностью на расхвате, все делает, блядь. Ну, это до поры до времени, там дальше будет попроще. Ну, тебе исполнять. Возможно. Еще жена сказала, заебал задротить. Ну, рип, знаешь, если заебал задротить, иду с мужиками бухать в паб, все, нахуй, что выбираешь? Это, сапроты пить? Не-не, ДД фласки. В гараж, нет, не в гараж, а за гараж, опускать, нахуй. Так, все, лапу бафу, рыбу ставлю и полетели. Лужа, первых, да, типа смотрите, будет за каждую перефазу, то бишь, ну, за каждый цикл типа босса, когда будем переводить его, будет только две лужи. По одной, а вот сперва, эти... блядь, квадрат, потом крест. Вот эти щиты появляются, которые нужно прошибать, они как часто появляются? У меня вот сейчас есть минутный бурст, мне его отдавать или нет? Нет. Минутный, да.
Короче, смотри, щит появляется каждые две лужи. Типа за вторую лужу вы лутаете дебаф, уходите за звездочкой, я отвожу вас подальше от лучей, типа. И появляется, она кастует покаяние на всех, то бишь, если на вас не будет дебафа, вы весь щит будете стоять в покаянии, то бишь, вы не сможете дамажить. За счет дебафа вы лутаете урон и выходите таким образом с покаяния. И начинаете пробивать щит. Неслужимая броня успеет откадышиться до первого щита. Я понял. А лужа вот эта, которая выносится, это она вроде на ком-то появляется, и кто-то бежит ее выносить? Да. А если она на мне появится, я каз сбиваю? Тебя подстраховывают. Тебя же подстраховывают. Ты просто можешь озвучить, и все, типа... Да, здесь есть строгая, здесь есть вар, здесь есть шаман, здесь есть друид, который станом тоже может убить. Да, все. Там типа тебя подстрахуют, не переживай. Просто вы решили, кто первый раз ткань. Можно только еще добавлю, ребят, в конце каска. Пропал. Получится этого самца. Ты пропадаешь, Женя, Люто прям. Блять, я говорю, последний каск не сбивает никто. Ты сам собьешь, да? Я был сбивать, либо я после меня... После счета имеешь в виду. Бля, я не понял, что он хочет. После счета сбивает каст медведь. После счета. Я озвучу, если не собьют, типа, я озвучу, вы собьете, если что. Наша что задача это? Только шок небес. Так, я фласку на дверь тоже ебу, типа. И шмотки на дверь. Все готовы, короче, на следующий шар буду после гулять. Ну, АП крикнет, надо. Ой, не напоминает, то не крикнул. А нахуя мне все ждали? Прикиньте, микрофон был отключен, а ору, короче, в другой приемник. Тихо. Раз, два, три. Только не брустите ничего, блядь, опять набить ору. Она не таунт, напоминает. У нас есть мощный рур, который напугает. Не, я понимаю. Сейчас будет первая лужа, приготовьтесь. Молнию сбивать не надо, только что. Сатун я побежал. Вон, как пример, Сашка выбежал, оп, и обратно вернулся. На вторую лужу идете уже лутаете стак. Вторую в крест. Тебя сбивай. 2 секунды лужи приготовились. На хитке. Хитке. Все, пошли взяли по стаку. Каст, бей. Берите стак. Все, за звездочкой. За звездочкой быстрее. Бурсить. Все, бурсите. Успели. Этот что за каст? Все нормально. Этот медведь собьет. Хорошо. Вот после щита именно медведь. Сейчас будет шок небес, готовьтесь. Все, вот это весь босс. Надеюсь, все поняли. Шок небес. Кто-то сбил вместо меня. Окей, блядь. Лежано. Следующий шаг. Нас два лежа, короче. Два Жени. Слишком много двойных. Блядь, опять туда сбил вместо меня. Да ладно, смотри, главное сбить. Ничего страшного. Лорд Феррикс. Я хотел сказать о Кронисе, если честно. Все, пошли взяли поставку. Шот небес. За звездочкой быстрее вас шотнись, я нахуй сейчас. Прыжим 5 секунд. Эй, успеть. Ну, я видал, прыжок зарешал. Так, да, смотрите, лучше сейчас буду подходить аккуратно. РДД! Масоплер. Сбей кас. Нет ураги. Хорошо. Все скинулись. Ты, блядь, говоришь в последний момент. Ну и надо по таймингу, надо под конец. Надо ДК подрочить. Первый раз в каре. Да? Тихо. Кас. Хорошо. Я держал кнопку. Откуда он выбежал? Я, если что, страхую.
Бой спирит. Выбежал сразу. Взяли по стаку. До звездочки. Все. Отдали приполты. РДД луч подходит аккуратно. Собьешь, нет? Да. Собьёшь. Если не собьёшь, он скажет. Да, если не собью, я озвучу все, не переживай. Это озвучил, прям пиздец, там, мили одну, блядь, как будто. И так тут в напряжении. Вдох, выдох, праздник сегодня, кстати, меня. Ты уже все, там не надо было, окей. И там не надо было напрячься, ты уже напрялся. А тут просто морозный, раздеваешь. Морозный, геморройный. Из этих боссов. Ах, это смотритель еще будет. Сейчас лужа будет, и тебе опять нужно. Дали по стаку. За звездочкой. Сейчас издалека спросил. Да. Больно. В смысле, сбил же я каст или нет? Нет. Я отъехал. Все, лужу заходите. Пробок что ли? Да нет, я сбил вроде. Ну, блядь, не буду утверждать. Но шок я тебе сбил сбитый. Именно шок. Смотри, когда мы идем лутать лужу, типа, идем лутать, типа, стак, я говорю, ты ждешь каста, ты не лутаешь. Ты ждешь касты, его накастует, ты сбиваешь касты, идешь лутаешь стак. Я бы сбил, если бы не выносил лужу. Уже я просто мисс пролетел. Мисс? Ну, блядь. Не могу посмотреть. Ну это 17% надо, видишь, тоже. Ну конечно. Уроки, блять, по-моему, да. Я точно нажал на скилл заморозка. Ну раз. Понятно, ну промах, видишь, она 17% это магия. А уроки с фуриком по 8% требуют, по-моему, не 17%. Я говорю, да, но я лужу выносил, поэтому я сразу полтал сак и отбегал. Может, Женя, тогда... смотри. Извиняюсь, что я перебиваю. Короче, Жень, который скрыбили, смотри, ты не сбивай вот эти рандомные касты, ты именно третий, блядь, смотри мне. Вот этот последний, который вот мы идем за стаком, и ты его смотри обязательно. Вот сейчас как вот получилось. Ну, это, у него мисс может случиться. У меня промах произошел, Андрей, на третий каст. Сацун, ты можешь сбивать, у тебя 10 метров сбить каст. Ну, значит, Саня станом, да, сбивай. Там тоже Саня, магия, кстати. Хуй знает, короче, как, но почему-то он не сбился. Хую, все, давай, вставай, просто по новой раз, два и поебашь. Все, Ханя, пойдем по новой. Кстати, да, он у тебя дохнет. А ты ему не прокачал нихуя, типа, чтобы он рефилился? Я думаю, просто, я лично у меня, короче, это... А, он в лезвие шел, кажется, я понял. Так ты за собой его таскай. Она была здесь дестриком, наверное, и башня. Не. Африка, это приятно. Ну, да. Все. Все готово. На следующий шар буду куда. Раз, два, три. Петя. А без разницы какую вообще? Так если времени хватает. Войск. Крест. Хорошо. В меня на пуле, нет. Все. Взяли по стаку шкаф. Все. За звездочкой сюда сдвинулись. Все. Все, сдеваем чуть-чуть.
Фоками. Фоками, да. Взяли поставку, касс. За звездочкой. Деру. РДД луч подходит. РДД луч. РДД. А, все. А как это обидно? В плане чего? Ну, не обновить раскол. Смотреть, как он качается, а ты на ГКД. Впереди. Мунки запросил. Бойчик. Взяли по стаку. Блять. Не взял со стак. Сука. Пейте приход и там пробуститесь на ходу. Я сейчас лучше нахуй меня срежу. РДД, 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 РДД. Мне сейчас путь срежет. Успели, успели. О, нет. Смотри, что... там. Косы там позбивайте пока что. Сбивайте, я сейчас, одна секунда. Монкин выбежал, Монкин выбежал. Сразу убегай, сразу убегай. Полутал стак. Просиливайте Мункина и Лока сейчас. Второй стак не лутаю, ждешь, когда он закончится. Те два стака, да, убьют нас просто. Саша? Все, взяли по стаку. До звездочкой. Ну-ка. Даю БР, короче, тебе. Даешь сразу БР по магу. Сразу БР по магу. БР по магу давай. Сразу забафайтесь. Продвиньтесь вперед чуть-чуть. Быстрее, быстрее. Перейдите на другую сторону босса. Успели. Да. Ебать. Успели. А почему-то все по два стака полутали. У меня один был. Почти все. Короче, в квадрат после выносить мотыли. Ты где? Короче, Инра дай, дай по себе. А ты, блядь, по... Я дам по... Главное, стамин забафайте по обойчику, блядь. Вторая луч сейчас будет. Бойчик выбежал. Колодца, колодца уже. Квадрат, да, просто. Я как раз собью. Взяли поставку. Так, пошли. Кружинки отдавайте, если кто вас так уснул. Сейчас просто забурстите и сбейте щит. Кто-то там отойдите. Бойчик, бойчик. Блядь, что за хуйня? Пиздец. Пробьете щит? Пробегай. РДД, РДД, РДД. Это жопа. Став, став тотем на ману. Пизда. Выносите сейчас право-лево просто в плоху куда. Сейчас не убьем, то уже все жопа. 2 миллиона. Бурсиди, что у вас там осталось? Но. Войд, вынеси в плоху куда.
Я не знаю, как вы умрете? Вы что, блядь, по два стака улетаете? Что происходит? Ну? Еще раз говорю, здесь ДЦ хреновый хил. Здесь надо уходить, здесь. Тебе... Ну лям, сам не добери. Давай лок соси. Ну что, берем, снимаем. Пытаемся, что? А в смысле? А, бля. Бейте, пробал. Бейте, бейте. Бегаем по кругу, лучи, а, ну тут. Я уже, короче... Не-не, лок высосет сейчас, не? Нет, не высосет. За пятерых нет. Обидно, нахуй. Бля, я не понимаю, ну вы луча не видишь, что чё, тут нихуя ж сложного нету, бля, ну уже объяснили максимально просто. Зашёл, залутал стак, отошёл, идёт луч, отбежал, бля, я не понимаю. За вас, блядь, тут сейчас делают все, блядь, танк и силы, блядь. Просто бей. Но все равно мне здесь хули приз больше, мне кажется. Хотя, не знаю. Да в смысле, блядь, он зачитывал, да, блядь. Да, все нормально, нормально. Войд же в тот раз прохилил точно все. Так все вообще, я тут сколько раз прохилил, просто зачитывал, блядь, столько урона, блядь, просто абсорбит, съемнись. Это сам. Делаешь не в прохиле вообще, нахуй, слово совсем. Там по два стака лутают, типа, ну, блядь, это уже все баста. Смотрите, вот там, когда вы в лужу заходите, где премиум, там вот эта хуйня там появляется, блядь. Один появился, и сразу надо на краю лужи уже стоять, чтобы уже выпрыгнуть оттуда, выбежать. И когда вы носите лужу первую, не вторую, она только маленькая еще появилась, сразу из нее выпрыгиваете, и вы стак не словите. Это лишний дамаг, чтобы не абсорбить, когда нам стаки всем надо будет ловить. Еще нет, лучше смотреть на таймер. Когда становится 2, 1, 0, побежал. Еще и вообще стаков не будет. Появилось, за желтых дебаф выберут, сонов. Я вообще не заморачиваюсь. Не-не-не, про лужу развить, чтобы не уточнить так. А лужа прокнула, тоже побежала, похуй, типа, не знаю, ничего не жду. Не, ну там времени, да? Вполне хп. Бля, ну ты, конечно, тут да. Сосун, давай на эту, на фазу, когда мы... Я даю правосудие света, я все даю. Ты уверен? Ты уверен? Опа! Ничего себе, 200 туннель. Давай, короче, 3, 2, 1. Мункин. Сразу сбит. Да старайтесь темно ужиматься, эти метки условные просто. Мункин. Все, взяли по стаку, сбили каст. Вышли. За звездочкой. За звездочкой. Надо будет пораньше сбить. То есть лезвие, смотрите, идет. Оно раз в 3 секунды кидает. А может моментально, может не моментально кинуться. Ты про что? Про вылез. Так, да, Олежка заснул. Ну да, там я шарил. Там тих раз в 3 секунды. Выбежал сразу. Женек. Сейчас он лужу выносит, смотрите. Пошли, взяли по стаку, каст убили. Звездочка.
Верно. Ломай клавиатуру, ломай. Петя? Женек, Вромбик, хорошо. Взяли поставку, сбили кассу. Звездочка. Хорошо. Приполты отдали. РДД луч подходит. Вот. Хорошо. Все. Взяли постав. Сбили касс, хорошо. Звездочка. Далеко за звездочкой, далеко, далеко. Хорошо. РДД бейте уже. Женек. Взяли поставку, казбили. За звездочкой. Далеко. Вставай, Паш, Паш, вставай, вставай. Ко мне Остап не брался, почему-то стоял. Ну ладно, ладно, уже все. Пробивайте, пробивайте, добивайте. Забафайте лорда. Никуда ничего, просто вправо-лево выносите. У меня палец устал. Отказал. Ну, херня. Вынеси, вынеси. О, перчатки, перчатки, ура, я их хочу. Сегодня, короче, что, с того босса две перчатки, с этого две перчатки, да? Лут говно, короче, да? Не-не-не, вот эти вот пикачурные перчатки, они вообще прям огонь. Я их и хотел. Так, вот это ролл, короче. Я паролюсь еще на сову. Поставить ну, типа, я не знаю, просто вставляюсь. Они у них ничего на шипышника стоит ролить это. Не, если тебе надо, да, может тоже. Шипы, да. Шипы через хосту играть. Я тебе так подам, если надо, просто. Я в тире. Сейчас что-то я не могу ролки. Да все, давай, 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 забирай. У меня что-то зависли все на месте. Ты залагал, но у тебя 88, ты победил. Дальше, следующее, кому вот это где-то кончило.
Сейчас на злоб я тебе дорожусь. Вот щелк. Давай. Ну, хай тебе эти перчатки кольчужные. В смысле? Вару. Чем они плохи? Ой, если...